Просто удивительно, насколько актуальными кажутся сейчас некоторые классические произведения. Я сегодня познакомлю вас с одним стихотворением. Я думаю, что многие русские, по крайней мере, несколько строк этого стихотворения даже наизусть знают, потому что слышали их миллион раз в школе. Это стихотворение Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина. Сначала я вам это стихотворение прочитаю, а потом объясню значение слов, которые, может быть, вы не знаете, и потом прочитаю еще раз. Кстати, когда мы говорим, что мы читаем стихи, это не значит, что мы смотрим в текст и их читаем. Когда мы наизусть рассказываем стихи, мы тоже говорим, что мы их читаем. Стихотворение, которое я вам сегодня хочу прочитать, называется «Узник». И написал его Пушкин в 1822 году, то есть ровно 200 лет назад. Что такое узник? Вернее, кто такой узник? У слова «узник» два значения – прямое и переносное. Узник – это человек, который находится в заключении, в тюрьме, например. Это прямое значение. А в переносном значении узник – это человек, у которого нет свободы или нет прав, бесправный человек. Итак, сначала я вам читаю стихотворение, да? Слушайте. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат. Пора туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер да я. Сижу за решеткой в темнице сырой. Что такое за решеткой? Что такое решетка? Вот это решетка. Что такое темница? Темница – это темная комната. Комната, где нет света. А сырая темница – это темная комната, где сыро, где воздух очень влажный, в воздухе много воды, там не сухо. Когда где-то сыро, это не очень приятно. И даже можно заболеть. Скормленный в неволе орел молодой. Вот эта птица называется орел. Вы знаете, что такое кормить, да? Кормить – это давать еду. Неволя – это когда нет свободы. Воля – это свобода. Неволя – когда нет свободы. Скормленный в неволе – это такой, который всю жизнь провел в неволе, который не видел свободы, который рос в неволе. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Махать. Вот я, например, машу рукой, а птицы машут крыльями. У птиц есть крылья, они ими машут. Пища – это еда, кровавая – от слова «кровь». Что такое клюет? У птицы есть клюв, и как птица ест? Она клюет то, что она ест. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Что такое задумал? Если кто-то что-то задумал, то у него в голове есть какой-то план.
того, что он собирается делать. Зовет меня взглядом и криком своим. Крик от слова «кричать». И вымолвить хочет «давай улетим». Вымолвить значит сказать. Мы вольные птицы, вольные, свободные. Туда, где за тучей белеет гора. Если гора белеет, то она белая. На вершинах гор, высоких гор, часто лежит снег. Поэтому Пушкин говорит, что гора белеет. Туда, где синеют морские края. Гора белеет, море синеет, море синего цвета. Туда, где гуляем лишь ветер, да я. Лишь — это значит только. И теперь я прочитаю вам все стихотворение еще раз. Слушайте. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет. Давай улетим. Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я.